В городе уже вовсю работают цветочные ларьки. Располагаются они по 6 адресам. На проспекте Красной Армии, Новоуглическом шоссе, на улице Осипенко, Воробьевской, Центральной и на улице Мира в поселке Ферма. На проспекте Красной Армии покупателей вместо разрозненного цветочного развала ждет торговый ряд, оформленный в единый для всей Московской области стиль. Основной ассортимент в этом году составляют тюльпаны. А расскажите, пожалуйста, почем у вас сегодня цветы? От 50 до 60 за цветок. А что в ассортименте? Полный ассортимент голландских тюльпанов. Барселона, Анжелика, Иль-де-Франс. А где выращены? Под Москвой, в Сельхозе. Хотьково. Да? А что за ассортимент у вас сегодня? Ой, ассортимент у нас 15 сортов. Среди них новые есть. Очень качественные в этом году цветы. Мы довольны, и покупатели довольны. А сорта чего? Тюльпана. А почем? 60 рублей. Тюльпаны. Сортов, значит, это самые кунг-фу. Вот, потом это Доу-Джон. Потом это Даффенпорт, вот эти махровые. Это Роман. Вырастил сам. Сами вот, вырастили? Сам вырастил, да. Ну, сегодня в ассортименте у нас, естественно, тюльпаны, самый весенний цветок. Вот, множество расцветочек, все наше местное, Подмосковье. Ну, сами видите, шикарные цветочки для милых дам. А где выращен конкретно? Пушкинский район. А цена какая? Цена 60-70 рублей за цветок. Цветочные ряды традиционно будут работать и в день 8 марта. Екатерина Фурцева, Михаил Кирсанов, программа «События».